Сегодня мы с вами попробуем заточить секатор, не разбирая его. То есть, чтобы заточить секатор, его нужно разобрать. Вот здесь откручивается винт, разбираем секатор и затачиваем отдельно режущие части. Сейчас мы попробуем с помощью небольшого натурального бруска поправить режущую кромку секатором. То есть то, что можно сделать в домашних условиях, не разбирая секатор. Сохраняя угол заточки круговыми движениями, поправляем режущую кромку. Так, мы поправили режущую кромку. Теперь аккуратненько одним движением здесь, поскольку лезвие плоское, здесь нет подвода у клина, то есть клин только с одной стороны. Нужно просто снять бородку, которая образовалась при заточке. То есть не углом, да, мы делаем, а параллельно плоскости. Вот таким образом мы подточили наш инструмент и можем продолжать работать.